смысл жизни любого человека, христианина в первую очередь. Если человек к этому не стремится, какое-то погружение в эту благодать происходит. Скорчался на кресте, то завеса храма раздралась, надвое, земля потряслась, многие вышли из гробов святые, проповедуя свечами в предел ангела. Да, как говорят, его именно обыскивают, обсматривают, чтобы не было зажигалок, не было спичек. И он так смиренно, разоблаченный в одном нижнем облачении, заходит. И вот за ним мы видим представителя армянской церкви. Вы слышите колокола? Ну, колокола, очевидно, начали звонить, как бы предвозвещая это событие. Вот, да, вот загорелся. Огонь появился. Наконец мы его видим. Отец Андрей, Христос воскресе! Да, это единственное место на земле, где мы можем сказать, что поистину воскресе Христос. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Господь помиловал нашу землю еще раз, еще год нам дал. Сейчас этот благодатный огонь понесут по всему храму, который зальется огнем, и он как волна. Да, вот скороходы уже бегут, разносят огонь, несутся. Замечательно. Вот, сейчас он не ужжется, все будут умываться, радоваться и друг друга поздравлять. Благодатный огонь становится... Сейчас наша делегация тоже возьмет этот огонь, скороходы доставят скорее в аэропорт. Ребята, всех с праздником. Живем еще как минимум год. Во многих городах России, о которых можно узнать на сайте фонда Всеплального апостола. Ликование, сколько радости. Русскую делегацию мы видим, да. Не обжигает, его пробуют, да, можно умываться, лицо умывать. Он не жжет.